значит движение за городом. Не боятся же обгонять. И ничего не видно. Вон видишь, откуда грузовик едет вот нам в ту сторону. Да, чук. Вот, в принципе, туда и. Подъеду поближе к знаку, посмотрю, где поворота, тогда включу указатель поворота, а то слишком рано, не стоит включать. Конечно. Вот уже куда джип этот свернул, туда надо. Да. Включаю поворотник. Притормаживай. Поворот крутой очень. Хоть у него привод передний, но я что-то посчитал, что лучше притормозить. Конечно. Знаю, что на переднем приводе не надо скорость сбавлять. Но тут такой крутой поворот, что на любой машине не впишешься. Ну прям как в тундре, в степи, да? Да тут, я говорю, одно удовольствие есть. Ну, дай бог. Дай бог. Только сильно тоже не гони, на асфальт немножко выйди. И вот, что я хотел сказать про тот БелАЗ. Ну, этот новая модель 7547, он у меня там есть на фотографии. Видел у БелАЗов, может быть, ты говоришь, не видел. Нет. У них на кузове решетки такие есть для выхлопа. Потому что выхлоп подает.